Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель кладбища. И в первую очередь, что я сейчас хочу сделать, это телепортироваться в деревушку к Таргашу, ребята. Потому что он спрашивал нас по поводу, заручилась ли Шармель, а она у нас заручилась. Поэтому давайте доложим ему это дело. Так, Шармель на нашей стороне. Я договорился с Шармель, она уладит вопрос с главой совета. Угу. Так, что? Спросить о церемонии в соборе. Мы уже вроде спрашивали, да? Хотел предложить вам поприсутствовать на большой церемонии в новом соборе. Мы с епископом собираемся провести мобилен за полноводность Веймура. Ты имеешь в виду такого разощекового епископа с вечно недовольным выражением лица? Ну, наверное, речь идет о нем. Да уж, церемония — отличный повод показаться на людях в новой должности. Так вы согласны? Ну, не знаю, этот епископ, видишь ли, мой брат, мы с ним не общаемся уже много лет. Не думаю, что в его нынешнем обличии ему долго удастся оставаться в живых. Но, может, настало время помириться? Может быть, может быть. Хорошо, я приду. Хе-хей, принятое приглашение. Ребята, дела идут как нельзя хорошо. Слушайте, а куда я должен принятое приглашение? По-моему, епископу, да, отдать? Или нет? Давайте-ка глянем. Так, получить подписанное... Во! Кого-нибудь важного. Да, нам нужно будет это епископу все отнести. Ну что же, ребята, в данный момент, что у нас тут по торговле? По торговле, да, мне нужны, ребята, семена винограда. Вы прекрасно все это помните. Так, да давайте вообще весь виноград скупим, который у него тут только есть. Потому что он мне нужен. Так, и вот это вот тоже. Вино гнать надо, ребята, по любасику. Как бы я этого не хотел. Так, ну что же, у нас следующий день с вами — это день змея. Вы знаете, что для змея у меня уже приготовлено золотое яблочко. Так, и давайте, наверное... Нет, телепортнуться не получится. Так, ну, главное, что у меня есть приглашение или соглашение. Ух, замечательно. Вот единственное, чего у меня нет, это 10, ребята, голды. У меня всего лишь 3 золота, а нужно еще 7. Блин, вся надежда на Шармель. Мне хотелось бы просто узнать, за сколько она продаст наши, так скажем, ожерелье. Ну, драгоценность нашу. И для этого, ребят, я еще немножко приготовил золотых и ювелирных изделий. Сейчас я хочу еще наклепать немножко украшений, чтобы когда мы в следующий раз придем к Шармель, и я мог ей быстренько впарить еще, как говорится, партию. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим, сколько это все дело будет у нас стоить. А, я еще тут даже не завершил, давайте завершим. Так, ну что, с Таргашом мы дела уладили. Так, теперь, значит, у нас день змея. А, надо будет, ребята, тормошить как можно быстрее трупики. Посмотреть, может быть, все-таки найдем с вами часть темных органов эту. Так, все, теперь надо делать ювелирочку. Давайте посмотрим, сколько у нас. Ага, вот так вот. Давайте сделаем с вами 7 штучек. Ай, красота. Лишь бы они стоили, ребята, дорого. По крайней мере, в изготовлении, поверьте, стоят они недешево. Только чего стоят одни золотые самородки, которых тут проблемно найти. Вот если бы не это подземелье, я бы, честно говорю, запарился бы это все дело выбивать на шахтах. Это я вам точно говорю, просто запарился бы. Так, давайте мы вот это пока здесь выложим. Надеюсь, никто не украдет. А то, мало ли, придет, увидит, хоп, стырит. Так, и давайте, наверное, по Шурику с вами. Ай-яй-яй, у меня нет энергии, ребята, у меня нет энергии. И нету даже чем восстановить ее. Ну-ка, что у нас там по пирожкам? Нехватка ягод. Нехватка ягод. Ладно, ягоды мы сейчас с вами нарвем. Ягод мы нарвем. Надо обязательно делать торты. Так. И, кстати, посмотреть надо, что у нас там по этому. По винишку. Я вроде бы немножко собрал винограда. Хватит, не хватит, не знаю. Сейчас проверим с вами. Ну, вначале мы ягодки соберем. Сколько ягодок-то, я уже не знаю. Так, 12, что ли? Всего 12 ягод у меня? Нет, 28, отлично. 28 по 5, то есть 5 тортиков я с вами сейчас закажу. В легкую.
Так, раз, два. Ой, в легкую. Вот тебе и в легкую, ребята. Теперь проблема у нас, видите ли, с медом. Хорошо, мне придется еще сходить за медом на пасеку. А у нас сейчас ночь, да? Мышки летающие летают здесь. Ладно, для нас это не проблема. Я через подземелье прошел. Что мне тут эти мышки, елки-палки? Иди сюда. Получила? Ну давай, давай, я жду тебя. Ага, и ты последняя. Вот так-то. Так, тряханем, ребят, с вами это дерево. Как говорится, добудем дикий мед. Вот так вот. Давайте мы еще вот здесь тряханем. То бишь, по одному метку на торт нужно, да? У нас уже еще два сверху. И еще два. Так, ягодки давайте заберем. Нормуль. И с нашей, естественно, пасеки заберем медок. Ой, красота какая. Так, подожди, ребят, вот это вот надо уничтожить. Нафиг оно нужно здесь? Так, что еще такого левого здесь у нас есть? Так, пчела пригодится. Да, в принципе, больше левого ничего и не осталось. Ладно, хорошо. Пойдемте, я, ребята, быстренько закажу тортики. У нас, тем более, наступил день змея. Он идет у нас ночью туда, да? Мы его как раз сейчас выцепим. Тортики закажем. Поговорим со змеем, отдадим яблоко. Нужно еще, чтобы у меня ячеечка была свободная в инвентаре. Так. Блин, с ягодами теперь проблема. Ё-моё, то с этим, то с этим. Ладно, 6 тортов, ребята, это тоже очень даже хорошо. Так, мед выкладываем. И все. С виноградом же я еще хотел, ребят, тут немножко повозюкаться. Давайте посмотрим, получится у меня хоть что-нибудь выдавить. Есть. Отлично. Давай сделаем. Так, нормуль. И, наверное, все, да, ребят? Да, больше не хватает, к сожалению, ни на что. Выкладываем. Ага, у нас серебряный мед выгнался. Блин. Так, семена мы с вами заберем. Нам нужно будет потом виноград посадить. Так, ну что же, пошли к змею, поговорим с ним, посмотрим, что он там такого нам интересного расскажет. Это последний, по-моему, ингредиент, который нужен ему для ритуала. Какого? Сейчас узнаем. Так, у меня есть золотое яблоко. Давай его сюда. Так, я хотел линзу. Не хочу быть слишком мудрым. Не хочешь лизнуть? Конечно, хочу. Так вот, в чем была последняя строчка в описании ритуала. Теперь я понял, что за финальный ингредиент нам нужен. Я знаю, что такое сердце древнего проклятия. Мне нужно темное сердце. Инквизитор рассказал мне о них, и я знаю, как его получить. Ах ты, вот что ему нужно, ребята. Блин, побежали. По-моему, ребят, у меня еще осталось сердечко темное. Слушайте, я ведь его не переработал, да нет, по-моему, не должен. Так, а сколько мне дали этих-то? Ох ты, офигеть. Почти 120 синих камушков, ребята, дали мне. Слушайте, должно быть у меня темное сердце. Я же их никуда не перерабатывал, ничего, по-моему, нет. Ой-ой-ой, только не говорите, что нету. Да ладно вам, вы что, серьезно, что ли? Я ведь помню, что были где-то. Я не мог их никуда, извините меня, истратить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, если нету, вот это будет попадос, ребят. Нам придется его где-то искать, опять же, в трупах копошиться. Ну, а здесь... Ой, не то, не то, не то, ребята, сори. Нету. Секунду, секунду, ребята, еще на улице у меня есть. Еще на улице у меня где-то здесь есть закрома. Воу, последнее. Быстрее, быстрее отдаем. Ну это просто повезло нам, ребят. Я уже было расстроился. Так, ну что же, сердце мы ему отдадим, да, последнее? Давайте. Я надеюсь, это последний ингредиент. Ё-моё. Ну, где ты там у нас, змеёныш? Я достал темное сердце. Ух.
Наконец-то! Теперь точно все готово. Жди здесь, сейчас приведу культистов. Опа, Герри. Ну и сколько мне ждать, интересно? Герри, смотрите, ребят, появился. 1006 чертей! Не меньше часа, а то и все два. Герри, это ты? Что за глупый вопрос? Конечно, я. Я ни за что на свете не пропущу ритуал. Это будет что-то с чем-то. Ты знаешь, кого змей призовет? Черт подери, да. Я, как его внутренний голос, знаю, кого он собирается призвать. Но меня терзают смутные сомнения по поводу того, кого он на самом деле получит. И мне не терпится увидеть это. Так что давай ждать. Ну что ж, давай ждать. Кого он там приведет, интересно? Ага, опять культисты идут. Опять 4, да? Ладно, надеюсь, у него на этот раз там получится что-нибудь все-таки. Сегодня тот самый день. Сегодня я получу то, чего жаждал всю жизнь. Хм. Будь они прокляты, я приношу тебе в дар свою злость. Появись среди нас, я заклинаю тебя. Отец. Чё? Пятеро гвардейцев ждут здесь, остальные со мной. Не понял. Это просто шикарно. Отец. Что? Где? Черная магия. Я узнаю тебя. Я помню эти черты лица. Мой сын мертв. Чертово исчадие ада. Он сгорел заживо со своей матерью. Дом на ведьминой горе. Мама успела выкинуть меня до того, как обвалились балки. Ты вырезал мне лошадку из сухой лозы. Я назвал ее Пламя. Сын, это правда ты? Сет. Я твой отец. Монсеньор, слава богу, вы тут. Вы пропали? Хватай их, ребята. Нет, стойте, отпустите их. Возвращайтесь в штаб-квартиру. Но... выполняйте. Я не верю, что это не сон. Нам тоже можно уходить? Конечно, валите, не портите момент. И я, пожалуй, тоже пойду. Стой, похоже, ритуал удался. Вот, забирай свою бесконечную тетрадь. Я надеюсь, она поможет тебе воссоединиться с любимой. Спасибо. Забирай мой вечный уголек. Мне что-то расхотелось сжигать людей. Спасибо, монсеньор. Зови меня Эдвардом. Что мы будем делать с гвардейцами? Они слишком много видели. Сперва нужно вернуться в город. Вот это поворот. Но старина Герри так и думал. И Йорик, похоже, опять проиграл пари. Ах, Йорик! А я теперь на шаг ближе к любимой. Вот это, ребята, поворот. Согласитесь, охренеть. Просто можно. Я в жизни вот играл. Я даже не догадывался, что Инквизитор — это отец змея. Офигеть. Вот это поворот. Блин, я обожаю вот такие вот истории, ребят. О, сколько трупов у меня. Давайте быстренько все это дело разложим, пока они еще не испортились. Шикарно просто. Мы с вами получили и тетрадку, и уголек. Нам осталось получить всего лишь две вещи. Это чудо-вилку и свет мой зеркальце. Но, как вы помните, у нас, ребята, в ближайшие, буквально сегодня-завтра, будет проводиться в соборе какое-то там празднование, да? Где мы будем поджидать с вами, естественно, нашего приотца, ну, этого святого отца. И будем с ним уже разговаривать. Туда же придет егоный брат, наш торговец. Так, а я хотел, знаете что, ребят, посмотреть, ушли они оттуда с подземелья или все еще там стоят. Так, значит, отец воссоединился с сыном.
Это уже хорошо. Мы с вами получили тетрадку. Так, сейчас я посмотрю, ребят, еще разок. Тетрадка у меня, уголек у меня. Мне осталось всего два предмета. Хе-хе. Прикольно. Так, ну что же. С Шармель у нас еще, правда, не все решено, ребята. Ах ты, посмотри, нету. Их нету, они исчезли. Так, ладно. Значит, я так понимаю, змей больше здесь не появится вместе с Инквизитором. Так что Ведьмина гора получается теперь вообще спокойная и свободная для моих действий. Ну что же, мне остается, ребята, только дождаться того самого торгового дня, в котором мы с вами будем уже делать, наверное, уже заключительные все-таки вещи. Так, давайте-ка я вот здесь вот все заберу. Доделаю свои... Ах, нет, ребята, что это я радуюсь-то? Заключительные вещи. Вы не забывайте, что нам нужно с вами забрать 10 голды, чтобы я смог купить себе статус. Статус этого... Я уже забыл, как его звать там. Аристократа или как его там величать. Так что вряд ли последние мы с вами вещи. Конечно же, нет. Мне надо будет накопить, купить разрешение. И только после этого, скорее всего, да, будет все завершено. Ну, а сейчас что у нас? Давайте мы с вами выложим уголек, тетрадку вот сюда вот, чтобы оно нам... подожди, я сказал тетрадку и уголек, елки-палки. Вот это, так, принятое соглашение нам пригодится. Ювелирные изделия нам, ребята, тоже пригодятся. А я что, всего две штуки сделал? Так, а чего же мне там не хватает, я не понял. Для того, чтобы сделать... Да ладно, вы хотите сказать, что я всего два этих сделал? Что-то не может быть такого, ребят. Хорошо, давайте попробуем с вами заказать еще. Подожди, они же, по-моему, делаются. Да, они же делаются здесь, на верстаке. И для этого нужно... Ой-ой-ой-ой, сколько здесь всего нужно. Причем они довольно долго делаются. Не все так быстро. В общем, раз, два, три. Нам еще очень много ждать дней до того, что у нас будет молитва. Так, я хочу посмотреть, что... А, нам же еще звездочет нужен, ребята, точно. Нам же нужны расчеты балок для починки мельницы. Ну, а это, в свою очередь, вы знаете, для чего нужно. Чтобы мы могли с вами договориться с фермером по поводу, чтобы он отпустил Алису в путешествие. Даже не в путешествие, ребята, а просто аккомпанимировать на выступлении короля. Да, вот так вот будет, ведь точнее сказано. Ну как ты долго делаешь эти вот штуки-дрюки? Ты даже драгоценности быстрее клепаешь, чем вот эти сами заготовки. Да, ребят, согласитесь. Так, у нас, как мы видим, 129 синих шариков. Ребята, я сейчас докуплю все, ну как все. На что, у меня хватит? По идее, у меня должно быть все изучено. Так, давайте-ка мы с вами быстренько глянем в технологии, что мы можем с вами изучить. Здесь абсолютно все изучено. Вот консерванты недоучены у меня до конца. Так, феромоны, не знаю, стоит ли. Так, у меня сложный печатный пресс. Давайте, здесь у нас остался только лишь друг пчел. В этой главе у нас, смотрите, ага, боевые навыки. Боевые навыки. А зачем мне это сейчас нужно? Уже, по-моему, ребята, это мне не нужно. Я подземелье прошел, и мастер меча, в принципе, тоже не нужен. Вот давайте мы с вами изучим деревянное творчество, и ума не приложу, что оно дает. Открываем. Так, еще 80, ребята, очков у меня остается. Вся ветка вот эта вот полностью изучена, абсолютно вся. Здесь у нас остается только вот боевые навыки и мастер меча. Ну, я думаю, что мы все-таки с вами... А, здесь уже не хватает. Так, здесь консерванты, ну... Я без них жил, ребята, как-то и дальше, думаю, смогу справиться. В них я не особо сильно заинтересован, если честно. Не люблю супами. Сложный печатный стресс... Ой, стресс. Пресс тоже, думаю, пока не нужен. Давайте друг пчел, фиг с ним. И еще остается у нас немножко 30 буквально очков. Но это все ерунда, потому что, ребята, мы с вами, когда пойдем к этому... К звездочету, мы также сможем с вами докупить. Да, докупить книжки синенькие, вы помните. А синенькие книги нам, конечно же, дают в полной мере вот эти вот синенькие шарики. Поэтому я думаю, что абсолютно все здесь я смогу изучить. Сейчас я делаю золотые изделия, сразу же переработаю их в украшения. И уже после того, как мы с вами сделаем ритуал, мы пойдем к Шармель. Мы поговорим с Шармель. Я надеюсь, к этому времени я уже построю с вами колодец. Ой, колодец этот, мельницу, сможем ее сделать. Так, чуть-чуть не хватает, ладно, давайте хотя бы так сделаем. В этот день у нас инквизиция рулит, но я так думаю, что все.
ее больше не будет. Ему перехотелось, ребята, сжигать, видите ли, трупы. Ой, трупы. Что-то я уже вообще заговариваться стал. Офигеть. Сжигать ведьм. Вот, я просто, ребят, думаю сейчас о трупах, как бы мне... Погоди-ка, погоди-ка. А я ведь не достал ему последний... Так, секунду. У меня, ребята, у персонажей, вот, висит, добыть 3 темных органа. Секундочку, я все-таки должен это проверить. Я сейчас лично пойду на гору ведьмину и посмотрю. Неужели он будет еще там и ждать? Я-то думал, что мы все, больше с ними не увидимся. Но, как видите, ничегошники подобного, ребят. Так, заодно, пока мы здесь с вами, да? Давайте-ка я виноградик засажу, пока у меня есть время. Так, семена как раз мы здесь с вами потратим. Хотя, честно говоря, я уже не знаю, для чего он мне нужен, этот виноград. Вроде бы я никуда больше не пойду с вами. В подземелье мне не надо будет идти. Ну, если так, чисто для того, чтобы был урожай у нас. Так, давай сюда поставим. Эй, все, не хватает, да, ребят? Да, абсолютно ничего нету. Все у нас здесь занято, все забито. Так, выкладываем это. Ну и, в принципе, все. Давайте пойдем на гору сходим. Как раз у нас солнышко встает. Инквизитор, если он будет, он уже должен быть, по идее, здесь. Ну, идти он точно должен уже быть в пути. Так, посмотрим. А как же моя, ребята, лавочка, которую я здесь открывал? Что, получается, все зря? О-оу. Ты посмотри. Нету ни стражников, ни инквизиторов. Никого абсолютно. Лавочка моя... Лавочка моя... Черт подери, неужели, ребят, я опередил события, а? Мне надо было, наверное, ему отдать темные органы, а потом уже делать воссоединение сына с отцом. Ну я же не знал, что так будет. Нет, давайте посмотрим. Идет, стражник идет. Так, хорошо, еще один стражник идет. А где же сам... Есть, идет, фу. Повезло, ребят, повезло. Так, а что повезло-то, ё-моё? Я понял, что он идет. Мне нужны темные органы, ёлки-палки. Сижу там, жду. Чего я жду? У моря погоды, как всегда. Так, ребят, давайте с вами отправимся в милый дом. И пойдем с вами обсматривать всех трупаков, которые у меня есть. Я должен найти этот темный кишечник. Для того, чтобы выполнить все-таки это задание. Хотя уголек я уже получил. И, в принципе, это даже не обязательно делать. Но для галочки я все-таки это буду делать. Так, еще Герри у нас тут ухмыляется. Так, давай заберем вот это тело, посмотрим, что у нас тут происходит. Так, ну что, мы видим, что ничего абсолютно нету. Никаких темных органов у этого трупака нет. Ладно, делаем, короче, так, ребята. Я его забираю и вот сюда вот выкидываю. Он мне уже не интересен, этот трупак. Пускай он что хочет, хоть разлагается, хоть что. Так, здесь мы также вырезаем мясо. И также, ребята, его забираем и выкидываем вот сюда. Это все, ребята, у нас пойдет на дно. На дно реки. Так, подожди, я же сказал вот так вот. Так, укладываем, проверяем. Абсолютно то же самое, ребят. Я не знаю, в чем проблема. Где эти темные органы? Что-то они вообще не идут. Раньше как-то хоть как-то шли. Сейчас абсолютно ничего нету. Так, это, ребята, очень мало уже осталось, если честно. Да что ж такое? Вообще нету никаких органов. Ни сердца, ни мозга, ни кишечника. Так, мне уже их бросать-то некуда. Ну, давайте посмотрим вот этот вот, который вот у нас прибыл. А что, если я его сюда вот положу? Ага, создать. Нет. У меня нет, ребята, ингредиентов для бальзамирования. Я, честно говоря, даже не делал и не знаю, как это, ребята, будет выглядеть. Да что ж за фигня? Ты посмотри, уже какой труп, ребята, а нету темных органов-то? Нету. И все. Слушайте, а что, если я их вот здесь вот... Блин, складировать они будут, наверное, вонять, гнить. Нет, лучше их выкинуть. Но опять же, это сейчас туда-сюда ходить, бегать. Ладно, ребята, давайте нажмем на паузу. Я это все повыкидываю пока. И уже увидимся с вами у звездочета. Так что тут немножко осталось ждать нам.
Ну что, дорогие мои друзья, давайте с вами быстренько отправимся на маяк. И у нас здесь звездочет, и нам нужны расчеты, как вы помните. Так, рассказать о Шармель. Так, мне нужно кое-какие расчеты для починки мельницы. Вы же, наверное, разбираетесь во всех этих вещах. Ну, не так-то просто тут все выглядит, даже не знаю. Ты достал, эй! Произвести расчеты не хватает. Так, рассказать о Шармель. Ну, я наконец-то... ну, я сказал, что знаю, кто ее отец. И что она сказала? Ну, ее это не слишком воодушевило. Она сказала, что отец никогда не пытался ее отыскать. Ага. Бросил их с мамой. Чистая правда. Ну, может, есть какая-то надежда на прощение? Ну, если я что-то узнаю, то сразу вам сообщу. Хорошо, я буду надеяться на лучшее. Да, ребята. Блин, побежали тогда к Шармель. Какой Шармель, елки-палки, она же, блин. Да что ж ты будешь делать, а? Нет, у меня хватает, ребята, очков. Все, отлично. Так, произвести расчеты. Так, по поводу трех частей ствола. Давайте расчеты. Так, бумага с расчетами получена, ребята. Так, по поводу трех частей ствола. Вы обещали мне рассказать о предметах, что я ищу. Мне кажется, ожерелье с сапфиром я видел на шее Эсмеральды. Она сказала, что нашла его на следующее утро после большого взрыва. Такая вещица достойна того, чтобы передаваться по наследству. Хотя ничего странного тут нет. Куча всего разлетелась вокруг Ведьминой горы после большого взрыва. Куча камней и искр. Столько разрушений и пожаров. Той самой ночью мой друг-смотритель пропал. На следующий день я тоже нашел в пыли около места раскопок странную штуковину. Оказалось, старинный транспортир. Мне кажется, золотой транспортир. Это он. А где он сейчас? Ну, должно быть в археологическом лагере в Северной Цитадели. В спешке мы оставили все вещи там. Думаю, все так и осталось в пещере. Сомневаюсь, что кто-нибудь из служившего Люда осмелился туда соваться. Погоди секунду, я немножко не понял. О какой пещере идет речь? Помочь за счет добиться прощения Шармель. Ну, это ладно. Это ладно, там, ну, прощению Шармель. Но где золотой транспортир мне взять? Так, ладно, ребята, я побежал, короче, к фермеру производить эти расчеты. Погоди, а что нужно для того, чтобы сделать? Там нужны расчеты, потом, по-моему, дерево и еще что-то, да? И детали, по-моему, механические. Легкие. Ладно, сейчас это не проблема, ребята. Мы с вами сейчас все это глянем. Слушайте, блин. Нам потом нужна будет Шармель. Все возле Шармель завязано, ребята, теперь. То раньше возле змея, то возле Шармель. Теперь мы кружимся, крутимся. Также мы не забываем, что, блин, нам нужны деньги. Плюс еще у Инквизитора не все завершено. Нужно нам где-то достать кишки, блин, темные. Которые, кстати, ребята, я так и не нашел. Сколько я там трупов перебрал. Мне такое ощущение, что их просто уже нету. Вот складывается у меня такое впечатление, что я их больше просто не найду. Там не только кишки, ребята, там вообще ничего не находится. Ни мозг, ни сердце. Так, ну что, давайте мы посмотрим, что нужно для починки церкви. Так, сложных деталей 5 штук и 5 брусов. А, 6 брусов и 5 сложных деталей. Так, давайте быстренько с вами телепортнемся в милый дом. Так, ну что, сложные детали, в принципе, должны у меня быть. Они у меня есть. Так, и брус. 6 брусов. Брусья, как видим, у меня тоже есть. Так, теперь опять же быстренько. Да, нам, наверное, лучше пешочком добежать. Все равно он самым первым тут начинается у нас. Да эх, лишь бы до ночки-то успеть, а, ребят. Не хотелось бы еще просто лишний день тратить на это все дело. Так, потом у нас будет молитва. Так, трупики везешь, молодец, ослик. Там, правда, у меня морковка уже заканчивается. Надо будет ему подсыпать хоть капельку-то. А то прекратит доставлять. Так, ну что же. Ой, куда я иду? Ёлки-палки, совсем уже, совсем, ребят. Так, а расчеты-то, я надеюсь, хоть правильные мне дали. Те, что нужны. Так, ну что же.
Будем чинить мельницу, ребята. Так, починка. Кто ты? Ядрёна вошь, еще молоток нужен, а? Хотя, ребят, я думаю, что мельницу я могу и ночью сделать. Блин, молоток забыл. Куда я молоток выложил-то, ёлки-палки? Да, ослик, я тебя прекрасно понял. Спасибо тебе за трупик. Единственное, что морковки у меня сейчас нету. Вот здесь у нас растет. Давайте мы ее выкопаем. Потому что она нам пригодится в дальнейшем, опять же. Так, морковочка, морковочка моя. Давай мы тебя высадим. Ой, высадим. Выкопаем и сразу же, ребят, семена посадим. Так, посадить. Отлично. Давай сюда еще с вами забросим. Шикарно. Да, маловато, конечно, но офигеть сделаешь, ребят. Так, давай вот здесь тоже возьмем морковочку. Так, отлично. Так, есть у нас что? У нас как раз, ребята, на две посадочки еще хватает. А морковки сколько мы с вами набрали-то? 31 штука у нас есть. Ну, в принципе, ребята, если он по 5 морковок берет за ходочку, на 6 ходочек ему вполне хватит. Плюс еще там, ребята, у нас, по-моему, осталось. Он же 5 берет или 10? 5. Все, замечательно. Давайте ему тут наложим. Так. Есть, еще. Еще и все, ребят. Так. Зачем я сюда шел? Я шел за молотком, ребята. Мне нужен обязательно молоток. Это, видимо, еще, ребят, когда мы с вами в подземелье ходили, я его выкладывал, чтобы не засорять себе инвентарь. Вот он у меня, молоточек. Выложить, что тут можно выложить? Ну, давайте слитки, наверное, выложим. Так, пчелу обязательно надо выложить. Это у нас вот здесь. Это все у нас вот тут внизу. Так, пчелу выложу. И, пожалуй... Да и больше мне ничего тут не надо выкладывать. Это мы уничтожим. Все, отлично. Так, и теперь нам нужно отправляться на починку. Ну, ребят, я, наверное, киморну маленько. Дождемся с вами утра. Потому что все равно нам разговаривать с этим чувачком, с мельником. А он, я сомневаюсь, что ночью будет там стоять и ждать нас. Да, мы отлично выспались, все хорошо. Пойдемте починим мельницу для него. Так, и как раз, если мы с вами получим разрешение на то, чтобы Алиса могла вместе с Шармелем выступать, сделаем сразу два задания. Это тоже будет очень хорошо. Интересно, ну мне кажется, она простит. Простит звездочета. Тут все, ребята, должно быть закончится хорошо. Так, вот у нас идет этот. Не забываем, что у нас будет встреча торгаша и священника. То есть отец, сын, хотел сказать. Брат с братом встретится после долгой ссоры. Не знаю там какой. В чем там проблема у них. Да что меня все время сюда-то ведет. Ё-моё, вот к этому хламону. Конечно же, нужно на мельницу уйти. А мне все сюда. По привычке, ребят, уже, блин. Столько раз сюда бегал, что... Сюда практически никогда не бегал. Так, ну что, давайте делать. Восстанавливаем мы мельницу с вами. Так. Починили. Так, получено достижение мельницы. Ну и что, и где ты? Я не могу туда попасть, понятно. 80 нужно, представляете, у мельника. 80 лояльности. Такое ощущение, что он нас будет просто заданиями этими давить. Ну что, он появится или нет? Или мне можно уже сразу идти туда вниз и докладываться, что так и так я вашему брату сделал мельницу? Или он должен мне дать, блин, письменное соглашение о том, что я выполнил работу? Так, эти у нас еще тоже спят. Так уже солнышко встает. Эй, ребята, пора вставать. Во-во-во-во-во, появился. Ну-ка, сможем? Нет, ребята, мы не можем. Значит, нам нужно, блин, все-таки идти наверх и говорить, общаться с мельником. Мельник обрадуется, бедный, скажет: о, работа появилась, я как раз заскучал. Ну да, смотрите, он хочет со мной поговорить. Заработала! Может теперь молотить, сколько влезет. Надеюсь, поможет мне отпросить Алису. Так, что, я могу туда зайти, что ли? Нет, ребята, я не могу туда зайти. А сюда тоже не могу зайти, блин, 80. А сколько у меня в данный момент? 0. А, воспользоваться мельницей. Ха. То есть я могу, ребята, у него... Ну, давай, предположим. Предположим, ребят, я возьму у него 10 пшеницы. Да? Зайдем, например, мы сюда. Погоди-ка, братух. Браток. А, это надо с ним же разговаривать.
Так, давай воспользуемся мельницей. Он мне дает 15 муки. А как же мне интересно с тобой повышать лояльность-то, а? Мельник ты. Ладно, пойдемте, ребята, короче, к этому теперь, к фермеру. Посмотрим, что у нас там будет. Какой расклад. Так, он меня уже ждет. Смотрите, готовится со мной поговорить. Слышал, слышал, починил мельницу. Очень хорошо для дела. А Алиса-то, похоже, правда хочет поехать. А я дочь люблю. Лучшего для нее хочу. Пусть Скай едет. Какой заботливый отец. Ну неужели, ребята, все? Летим с вами на исповедальню. Правда, честно говоря, ребят, я не знаю, зачем она мне нужна уже. Я как бы все сделал там, что можно. Ну, знаете, это уже как по привычке, ребят. Это уже по привычке, потому что я уже привык все время ходить, читать молитву по субботам или по воскресеньям. Я не знаю, что это за день недели. Вот, и как бы не хочу нарушать традиции. Поэтому, ребятушки, давайте. Я вот знаете, что думаю? Медальон-то мне нужен этого охотника или нет? Мне кажется, что он вряд ли мне здесь нужен. Потому что он нужен нам был для того, чтобы я смог попасть на 15-е подземелье. Ну, на 15-й этаж подземелья. Так что, наверное, он теперь не нужен. Ладно, давайте мы с вами прочитаем молитву. Получим с вами кучу веры. Также получим еще 21 серебра. И пойдем поговорим с вами со святым отцом. С епископом, или как его там величать. Так, поскольку вы скинете сейчас, ребятушки? 1,61? Да, 1,60. Нормуль. Мне этого хватит. Хотелось бы, конечно, больше, но... И так достаточно. Не будем жадничать, ребят. Так, ну что же, теперь давайте поговорим здесь. У меня есть принятое приглашение. И... Так, начать церемонию. Блин, не хватает, ребята. Погоди-ка, а что же тогда нужно? А, сертификат аристократа надо купить, ребята. Тогда мне еще 10 очков дадут. И я получу 90 лояльности. Черт подери, ребята. А этот аристократа нужно... Да... Так, сколько мне нужно? 12 золота, ребята. 12 золота. Ой-ой-ой-ой, 12. Это еще 10 голды. Черт тебя подери. Это очень долго. Это очень... Я не знаю, ребят, если сейчас Шармель не заработает для меня хотя бы 2-3 голдишки, то я ума не приложу. Как? Мы с вами практически ни на чем не можем зарабатывать. Ну, на мясе можем, на мясе. Но это же такие копейки, ребят, нам будут давать. Ну, что, давайте посмотрим. Так, мясо, да? Оно же здесь у нас делается? Нет, оно не здесь. Оно, по-моему, вот здесь вот. Где у нас, ё-моё, в конце концов мясо-то готовится? Я уже забыл. По-моему, все-таки на столе. Чё они мне тут? Вот, упаковка мяса. Блин, мне для этого нужна чистая бумага. Да и смогу я сделать всего лишь 7 кусков мяса. Хорошо. Пойдемте возьмем, блин, чистую бумагу. И все. Ждем потом с вами, ребята, дня Шармельки. Будем к ней идти. Разрешение у нас все это есть. Так, чё, блин, у меня еще и бумаги, что ли, нету? Да хорош. Вот бумага. Чё мне? Ну, мне нужна чистая бумага. Поэтому придется, ребят, еще сделать немножечко чистой бумаги. Так, давай. Я думаю, этого нам за глаза просто-напросто. Поскольку там дают нам по 4 чистых листочка. Ну, много тоже не надо. У меня всего там на 7 кусков мяса. На 7 брикетиков, так что... Слишком сильно тоже тут не надо переусердствовать. Так. Все, хорошо, ребят, давайте мы с вами... Так, эта бумага нам нужна обязательно. Выложим с вами молитву, чтобы с ней не бегать лишний раз. И историю золотую. Все. У нас еще с вами, правда, там брус этот лежит. Мы же взяли все сразу, всю кучу. Ай, ладно, фиг с ним. Ничего в этом страшного не будет. Так, хорошо, делаем, короче, с вами эти брикетики. Че, блин, по одному, что ли, могу только делать? Я не могу сразу заказать партию, ё-моё, а? Могу, че у меня? Так, секунду.
А, ну да, конечно. Печать-то у меня, ребята, одна. Ну это глупо. Согласитесь. Вот так вот делать. Ладно, будем делать. Фигли, у меня нет выбора, ребят. Будем штамповать по одной. Так, сколько я еще там? Еще два. Два куска мяса. А я уже не помню, ребят, поскольку он покупает у меня этот харадрик. Черт, еще энергия закончилась, а? Как, блин, все вовремя. Давай съедим эти две ягодки и доделаем. Все. Теперь кимарнем с вами и отправляемся к Шармель. Как раз у нас наступит, должно утро наступить. Ну, солнышко, ну давай быстрее. Ну, как раз, ребят, мы сейчас с вами телепортнемся, пока все, то 5-10, пока... О, погоди-ка, ребят. Я иду к Шармель. А, ювелирные изделия у меня с собой. Все, тогда хорошо. Тогда летим. Тогда отправляемся. Использовать старую клячу. Так, ну что, Харадрик, я принес тебе мясо. Торговать. Почем ты у нас... Копейки, ребята, сущие копейки. Вообще невыгодно, даже я бы сказал накладно. Ё-моё. Офигеть. Так, ты со мной не будешь разговаривать? А вот и Шармель, ребят, пришла. Да я знаю, что лучше поговорить с твоим мужем. Шармель, я жду тебя, если честно. Привет, дорогуша, чем могу тебе помочь? Так, у меня есть бумаги Алисы. Вот все необходимые бумаги. Она может поехать с тобой. Чудненько, давай подправим. Добавим пару лет. Так будет все проще. Какая я криворукая. Теперь видно, что тут есть исправление. Теперь бумаги должны заверить какой-нибудь аристократ. Не хотелось бы просить, кого попало. Неправильные слухи могут навредить моей репутации. Может, ты сможешь получить титул аристократа? И тогда поставишь свою подпись? Звучит не очень законно. Кто бы говорил? Готова поспорить, ты те еще делишки проворачиваешь на своем кладбище. Кроме того, не забывай, я буду тебе очень признательна. Мне это не нравится, но моя цель оправдывает все средства. Да ладно, блин, я должен аристократа получить, да чтоб тебя. Тьфу! У меня есть сертификат аристократа. Ну и пипец. Все, ребята, приплыли, называется. Все уперлось теперь в титул аристократа. Я даже не могу попросить ее, чтобы она торговала. Или могу? Сколько? А ну-ка. Ага. А ну-ка давай еще. Ну этого мало, блин, все равно, ребята. Подожди, а у нее не хватает, ребята, денег, чтобы выкупить у меня это все. Звездец! Что я могу вам еще сказать? Блин. Духи. Зачем мне твои духи? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что же это такое? Блин, ну кто у меня будет покупать? Ну как мне теперь, блин, разбогатеть? Как мне получить деньги? На пиве на этом нищебродском. Ай, не знаю. Так, звездочет, я не знаю, что... Вот давайте посмотрим, ребят, по персонажам, что мне надо делать. Ну, понятно, три органа надо. Прощение у Шармель получить. Получить сертификат аристократа. Слушайте, а может быть, мы как-то можем незаконным путем получить, сертификат? Ну, это же офигеть, ребята, чтобы столько ждать времени, когда я их накоплю, эти 10, 12 даже, 12 голды нужно. По уму не помню. Это просто жесть, ребят. Неужели я должен, блин, торговать овощами, фруктами? Ой, как же это все будет долго, ребят. Это растянется на неделю нафиг у меня. Да. А больше мне здесь делать нечего, ребят. Со змеем разговаривать бесполезно. Единственное, что нужно еще достать темные органы для нашего инквизитора дорогого. Молитва нас может спасать, по 21 серебра давать за молитву. Но... сколько все равно еще нужно будет накопить, а? Жалко, я не могу вот это вот все продавать. Веру куда-нибудь сбагривать. Пускай даже за копейки, но... ну, к торгашу можем мы с вами прилетать, периодически у него что-то там продавать. Я, правда, честно говоря, не помню, что он там у нас покупает.
Ай, ладно, ребята, давайте мы с вами дойдем до почты, до церковной, и посмотрим. Действительно, мне нужно все как полагается, все по чесноку, или можно как-то грязным способом, ребята, все это приобрести. Так, тут у нас тишина, никого ничего нету. А ну-ка. Так, аристократ. Сертификат, нужна соточка, ребята. Да, нету, ребят, другого способа тут, как говорится, обмануть эту систему. В общем, вы, ребят, прекрасно поняли, на что идет у меня намек. На то, что мы с вами будем зарабатывать голду. Ну что же, тогда, пожалуй, мы на этом с вами будем завершать этот видосик. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся в ближайшее время. Надеюсь, когда я уже накоплю достаточное количество голды и, соответственно, продолжим с вами играть. Так что всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков, ребят.